Всем большой привет, с вами снова я, Паула Яна, и сегодня я снимаю видео, как я буду делать еду, кукинг. И для нашего кукинга нам понадобится обыкновенное какао, сгущенку, можно не такую большую, как у меня, потом яблок, ложка, тарелка и ножик. После этого возьмите какао, открываем его, берем ложку. И добавляем его, ну, допустим, 2 ложки с горочкой. Потом берем сгущенку, открываем ее. Так, сгущенка аж по самой край, так что я буду очень осторожно все это делать. О боже. Выливаем ее. Ну, примерно столько же, сколько какао. Так, пока что просто прикрываем, может быть, она еще понадобится. После этого мы мешаем это все. На вид, может быть, получается не очень, но на самом деле на вкус будет вкусно. Если мы видим, что нам все-таки еще не хватает сгущенки, то, как я, подливаем еще немного. Немного. Угу, конечно. И опять же, я ее не закрываю, потому что я знаю себя. Так, мешаем. Вроде бы на этот раз стало достаточно. Да, вид признаю, не очень аппетитно. Но на самом деле это вкусно. Еще я взяла одну тарелочку, но уже как бы не миску, а тарелку обычную. И домешиваем наше творение. Ну, нормально. Такой же точечек можно сделать с бананами, но я открыла тему. И я режу наше яблоко тонкими кусочками. Ну ладно, не очень, но тонким пытаюсь. И режу столько, ну и укладываю очень красиво, чтобы было. Немножко у меня перекосилось все. Поскольку яблоко у нас круглое, получается не совсем одинаковые кусочки. Но все же это тут не важно. Главное, чтобы было вкусно. Что-то камера у меня падает как-то все время. Прошу прощения. И вы, когда у нас от яблока осталось такое, вы это можете, конечно, дорезать или можете это потом доесть. Мы берем наш крем и выливаем на каждое яблочко. Крем получился как будто шоколадный, на самом деле очень вкусный. И всего лишь мало продуктов, которые можно найти практически в каждом магазине, где есть еда. Так. Можно даже нарисовать какой-нибудь рисунок, если честно, можно даже буковки какие-нибудь. Если вы думаете, что вам слишком много этого крема, то вы ошибаетесь. Вы только его попробуйте, и он вам покажется, что его так мало. Короче, он очень вкусный. Ну вот, я немного оставлю крем себе, чтобы потом еще поесть. Или наложить на другие яблочки, которые я еще буду делать. Вот так у нас получилось. Это было все. Я надеюсь, что именно тебе понравилось это видео. Всем пока-пока!